Услышав звуковую сирену, учащиеся, педагоги и другие сотрудники школы без паники и суеты эвакуировались из здания. По легенде, возгорание произошло на лестничной площадке первого этажа. Действуя строго по инструкции, учителя вывели детей во двор учебного заведения и доложили информацию заместителю директора по безопасности. 25 эвакуированы, 25 пришли в школу. Учебная эвакуация – это единственный универсальный способ защиты от последствий любой возможной чрезвычайной ситуации. Раз за разом такие тренировки позволяют отработать слаженные действия при реальной угрозе. Ну, такие мероприятия у нас проходят именно по пожару, у нас проходят раз в квартал. Ну, помимо этого еще есть дополнительные мероприятия по эвакуации, по отработке действий различных, то есть при захвате заложников, при различных там уровнях опасности. Контролировали мероприятия сотрудники МЧС. Во время учебной тренировки начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы Сергей Дежкин еще раз напомнил школьникам о правилах поведения при пожаре. По результатам тренировочной эвакуации было указано на те недостатки, которые были выявлены в ходе тренировочной эвакуации. Руководство образовательного учреждения, я думаю, примет в кратчайшие сроки меры, проведут свои собрания, внутренние совещания для того, чтобы такого больше не допускать. Это необходимо, во-первых, для детей, чтобы они понимали, что пожар для жизни очень опасен, и что мы каждый должны следить за своей безопасностью. Я считаю, что это очень важная, на самом деле, ситуация, вот эта тренировочная пожарная эвакуация, потому что очень много жизней уносит пожары. В таких ситуациях я еще не был и, надеюсь, не буду. После учебной эвакуации спасатели продолжили знакомить учащихся с основными правилами пожарной безопасности уже в классах школы. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Гульнара Балаева. Видно ТВ.